себя, всех игроков футбольной сборной нашей. Если, в общем, друзья мои, такую же еще одну игру мы увидим, как с Голландией, всех вот так забреем блондинчики, выдернем у него ноги вот это от волос очистим, как у Лешки Воробьева. Затянем... У меня ноги волосатые, вот обратите внимание сейчас. Это ты бабушке друзья. Своей будешь сказать. Волосатые ноги у меня. Ну, мне кажется, что гораздо более волосатые, чем у тебя. Но я на самом деле считаю, что в каждом журнале, абсолютно в каждом, должна быть какая-то такая, знаете, в конце, не знаю, сканворд, может быть, кроссворд, ну или там набор пошлых анекдотов, ну или на крайняк уже там головоломка какая-нибудь. На худой конец головоломка. На худой конец головоломка. Никогда не встречал более изящного описания орального секса в извращенной форме. Головоломка это на худой конец. Это там в тексте так написано? Нет, это уже Лешка я. Это импровизация? Да, дружище. Это импровизация, друзья. Заткнись. Итак, на сцене певица, которая подробно расскажет всем нам о пользе мыслительного процесса в рубрике «Подумала». Друзья мои, встречайте, на сцене певица Саша! Саша! Hey, listen to me, boy. И мы представляем рубрику, которая называется «Своими руками». Саня, да ты что, это же рубрика из мужского журнала.